Салат из сухариков готов. Женечка сделал с утреца. Давайте жрать. 30 сентября, день, Международный день переводчика. Здорово. А на пожрать салат. Салат не простой, а с сухариками. Удобнее, наверное, будет ложкой. Давайте ложечкой. Кукуруза, фасоль, лайкеры, продолжение на ютубе, сами знаете где. Быстрый такой завтрак, быстрый. Кому интересен состав, как его делать, я снимал раньше видео, полностью показывал, как его делал. Прям как натирал, колбасу там. Кстати, колбасу можно нарезать. Я пробовал два вида. Смысл один и тот же. И натирал, и нарезал. Просто конкретно, например, полукопченую. Например, просто сырокопченая, она вот такая вот. А полукопченая вот такая. Например, сырокопченая, ее она сухая, ее легче тереть, протирать. А полукопченую трудновато. Не знаю почему. Поэтому если полукопченая, то можно и натирать. Я здесь оставлю ссылку на старое видео. Я там прям показываю, как нарезаю его. Не ссылку, а эту подсказку. Сухариков, если начинаете борщить, то он соленый. Но на скорую руку очень даже круто.
пошло насыщение. Насыщение. Общество чистых тарелок.